Всем привет! 6 декабря 2017 года президент России Владимир Путин объявил 2018 год годом добровольца и волонтера. И сегодня мы собрались, чтобы открыть этот год в Республике Бурятия. Людям мы обретаем что-то новое в себе. Я поздравляю вас с годом добровольчества в России. Добровольчество – это неотъемлемая часть жизни нашего общества. Без вас, уважаемые добровольцы, не проходит ни одно знаковое спортивное и не только спортивное мероприятие в нашей стране. Поэтому вы большие молодцы. Спасибо вам. Я волонтер! Я волонтер!